Я устала. Я устала от рутины, от бытовухи. И еще я устала от собственных детей. Хотя в этом очень стыдно признаваться. Я устала от того, что каждый мой предыдущий день похож на следующий. И мое завтра будет таким же, как мое вчера. Если то, что я сейчас говорю, отзывается в вас, у меня для вас хорошие новости. Все, что вы чувствуете, можно померить, потому что это не более чем результат действия гормонов нейромедиаторов. На лекции, которая называется «Я устала», я объясню вам, чем обусловлено то, что вы чувствуете, почему вы не удовлетворены качеством своей жизни. Если хоть раз вам пришлось выбрать между сексом и сном, вам точно нужно прийти и послушать, как сделать так, чтобы вам немножко легче жилось, чтобы чувство постоянного, перманентного стресса перестало вас сопровождать, чтобы то самое распиаренное, хроническая усталость перестала отзываться в вас физически и эмоционально. И, как всегда, только доказательный подход.